Как выпрямить волосы после химической завивки, какой способ лучше? В поисках лучшего образа женщина экспериментирует со своей прической, стараясь сделать ее ухоженной и стильной. Практичным вариантом, требующим минимального времени на укладку, является химическая завивка. Она придает образу мягкости и женственности. Однако в ряде случаев, описанных ниже, возникает потребность выпрямить волосы. Для этого есть радикальные способы, позволяющие сохранить эффект на протяжении нескольких месяцев. Существуют варианты, при которых волосы остаются прямыми в течение 1-2 дней. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Способы выпрямления кудрей после химической завивки. Химическая завивка держится от 3 до 6 месяцев. За этот период локоны могут надоесть, либо они станут не столь устойчивыми, упругими. Поэтому для переходного периода разработано несколько способов выпрямления. Они различаются по времени действия: кратковременные, долговременные, по способу влияния, химический, натуральный и ДРЭ. Закрывающая круглая скобка точка. Осуществлять выпрямление рекомендуют у профессионалов, однако некоторые способы доступны для проведения в домашних условиях. В домашних условиях проводят кратковременное выпрямление, связанное с нанесением выпрямляющих сывороток, спреев и масел. Популярным считается использование разглаживающего утюжка и специальных защитных средств. Рассмотрим наиболее простые варианты приготовления смеси из оливкового и касторового масел. Беру 2 чайные ложки каждого продукта. Масла подогревают на пару, наносят на кожу головы, втирая в корни, распределяют по всей длине волос. Утепляет голову. Смывает масла через 1 час мягким шампунем. Можно сполоснуть волосы прохладной водой с лимонным соком. Для достижения стойкого эффекта процедуру проводят многократно. Волосы становятся гладкими, здоровыми, приобретают естественный блеск. Создание средства на основе бальзама. В 1-2 стакане воды растворить 2 ложки столовые желатина. Через 10 минут добавляют столовую ложку бальзама, перемешивают. Полученный состав втирают в кожу головы, наносят по всей длине волос. Голову покрывают пакетом, смывают средство через 1 час. Средство следует наносить на чистые волосы, просушенные полотенцем. Заваривание крепкого чая 200 мл с добавлением сахара 1-2 часа. L позволяет распрямить локоны. Раствор держит 20 минут. Применение хны, бесцветной, иранской, способствует разглаживанию за счет утолщения структуры. Кроме того, хна хорошо увлажняет и питает поврежденные волосы, восстанавливая их. Наносят на 40 минут, затем смывают. Существуют и другие способы выпрямления после химической завивки с использованием натуральных продуктов, трав и масел. В ситуациях, требующих быстрого распрямления локонов, в домашних условиях поможет утюжок. Достаточно на чистые кудри нанести термозащитное средство, высушить их, разгладить утюжком. Расчесать, зафиксировать лаком или спреем. Как правильно и быстро выпрямить волосы утюжком, вы можете прочесть на нашем сайте. Аналогично проводят выпрямление кудрей феном с применением круглой расчески. Салоны и процедуры выпрямления у профессионалов потребуют терпения, некоторые процедуры занимают по времени 6 часов и значительных затрат. Однако эффект продержится не менее 2 месяцев. Основные направления, применяемые в салонах, рассмотрим ниже. Химическое выпрямление является наиболее эффективным и стойким. Однако отрицательно влияет на структуру волос. Процедура занимает 3-5 часов. Перед началом кожу головы обрабатывают защитным кремом. На чистые сухие кудри наносят раствор гидроксид гуанидина, тагликопат аммония. После размягчения волос, химию вымывают, обрабатывают термозащитным средством и разглаживают утюжком. Наносят фиксатор, снова промывают волосы. Подробнее о данном способе можно прочитать в статье «Химическое выпрямление волос». Процедура запрещена для обладательниц тонких и сухих волос. Видео «Химическое выпрямление волос». Кератиновое выпрямление считается безопасной, дорогостоящей, оздоровительной процедурой. Эффект сохраняется на протяжении 3 месяцев. Суть метода заключается в нанесении раствора на чистые кудряшки с последующим выпрямлением утюжком. Для мытья волос следует использовать бессульфатный шампунь. Все способы кератинового выпрямления. Биовыпрямление является наиболее натуральным, стойким и безопасным методом. Для приготовления раствора используют целлюлозу или желатин.
Смесь после нанесения покрывает каждый волос тонкой пленкой, способствуя их выравниванию и оздоровлению. Действие биоламината сохраняется в течение 2 месяцев. Читайте подробнее о выпрямлении волос с желатином в домашних условиях. Перманентное японское выпрямление. При перманентном выпрямлении раствор проникает в структуру, разглаживая локоны. Процедура длится от 6 до 10 часов, результат держится на протяжении 10 месяцев. Японское выпрямление считается безопасным, направлено на выпрямление волос и на восстановление их структуры. В состав средства входит протеиновый комплекс цистеамин. Результат продержится около года. Выпрямление после химической завивки в салоне является наиболее предпочтительным. Профессионалы помогут определиться с методом выпрямления, сделать процедуру правильно, с соблюдением всех нюансов. Кроме того, эффект гладких ровных волос гарантирован на несколько месяцев. Выпрямление после химической завивки проводят как в домашних условиях, так и воспользовавшись услугами профессионалов. Следует при этом учитывать длительность эффекта и возможность провести оздоровление волос. Обзор популярных средств с кератином для выпрямления волос. Серия для выпрямления волос Tresolla Global Keratin Kerafil. Кератин Hair Reconstructor Bombshell Gloss BB Gloss. Набор для выпрямления волос BC Original. Видео, мастер-класс по перманентному выпрямлению волос. Способы выпрямления кудрей после химической завивки. Химическая завивка держится от 3 до 6 месяцев. За этот период локоны могут надоесть, либо они станут не столь устойчивыми, упругими. Поэтому для переходного периода разработано несколько способов выпрямления. Они различаются по времени действия: кратковременные, долговременные, по способу влияния, химический, натуральный дре. Закрывающая круглая скобка точка. Осуществлять выпрямление рекомендуют у профессионалов, однако некоторые способы доступны для проведения в домашних условиях. В домашних условиях проводят кратковременное выпрямление, связанное с нанесением выпрямляющих сывороток, спреев и масел. Популярным считается использование разглаживающего утюжка и специальных защитных средств. Рассмотрим наиболее простые варианты приготовления смеси из оливкового и касторового масел. Беру 2 чайные ложки каждого продукта. Масла подогревают на пару, наносят на кожу головы, втирая в корни, распределяют по всей длине волос. Утепляют голову. Смывают масла через 1 час мягким шампунем. Можно сполоснуть волосы прохладной водой с лимонным соком. Для достижения стойкого эффекта процедуру проводят многократно. Волосы становятся гладкими, здоровыми, приобретают естественный блеск. Создание средства на основе бальзама. В 1/2 стакане воды растворить 2 ложки столовые желатина. Через 10 минут добавляют столовую ложку бальзама, перемешивают. Полученный состав втирают в кожу головы, наносят по всей длине волос. Голову покрывают пакетом, смывают средство через 1 час. Средство следует наносить на чистые волосы, просушенные полотенцем. Заваривание крепкого чая 200 мл с добавлением сахара 1/2 часа. L позволяет распрямить локоны. Раствор держит 20 минут. Применение хны, бесцветной, иранской, способствует разглаживанию за счет утолщения структуры. Кроме того, хна хорошо увлажняет и питает поврежденные волосы, восстанавливая их. Наносят на 40 минут, затем смывают. Существуют и другие способы выпрямления после химической завивки с использованием натуральных продуктов, трав и масел. В ситуациях, требующих быстрого распрямления локонов, в домашних условиях поможет утюжок. Достаточно на чистые кудри нанести термозащитное средство, высушить их, разгладить утюжком. Расчесать, зафиксировать лаком или спреем. Как правильно и быстро выпрямить волосы утюжком, вы можете прочесть на нашем сайте. Аналогично проводят выпрямление кудрей феном с применением круглой расчески. Салоны и процедуры выпрямления у профессионалов потребуют терпения, некоторые процедуры занимают по времени 6 часов и значительных затрат. Однако эффект продержится не менее 2 месяцев. Основные направления, применяемые в салонах, рассмотрим ниже.